Готовим автомобиль к локальной окраске. Вот здесь есть дефект. Еще чуть-чуть, и все будет идеальненько. Первый слой наложили, и теперь с помощью специальной лампы прогреваем, чтобы он быстро высох. Сейчас наложили слой грунта. Теперь его надо полировать, подготавливать, по новой все закрывать и красить. Готовим поверхность для дальнейшей окраски. Подготовили автомобиль к окончательной окраске. Все здесь уже выведено в ноль. И сейчас начнем эту процедуру. Сдуваем пыль, подготавливаем дополнительно все. Оп. Настраиваем краскопульт. Накладывается слоями. Между слоями нужно специальной лампой просушить. И последний штрих – чистовое. В итоге все готово. Посмотрите состояние нового автомобиля. И дальше этот автомобиль в нашу детейлинг-зону встает на детейлинг-полировку.